Думаете, это игрушка? Вовсе нет. Это лакомство в виде бейсбольного мяча от немецкой компании Trixie. Лакомство и правда напоминает мяч для игры в бейсбол. Запах у него не очень, а потому наверняка понравится барбосикам. Но моему уж точно, ведь он любитель таких ароматов. Что же в составе такой вкусняхи? Это натуральная кожа и овощные субпродукты. Процентного соотношения, к сожалению, нету. Да и в лакомстве присутствует краситель, о котором производитель также упомянул. Выпускаются они в герметичной упаковке по 5 штук, общим весом 330 грамм. В общем, с такой штуковиной можно не просто разнообразить рацион любимчика, а еще проводить гигиену полости рта или просто играть. Все компоненты отлично усваиваются организмом животного, а потому после такого угощения вас ждет довольная мордашка. А ваш хвостик не пробовал еще такие мячики? Пишите нам в комментариях. До следующих обзоров. Пока!